Авария произошла после полуночи. Житель поселка Криничный на своих «Жигулях» выезжал со двора. Здесь он не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал по главной и имел преимущество. В результате произошло столкновение. В результате данного столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения, а водитель мотоцикла был с тяжелыми травмами госпитализирован в Мозырскую городскую больницу. Одни очевидцы говорят, что водитель автомобиля двигался без света фар, другие, что он был пьян. Сам же пострадавший рассказал, что автомобиль протащил его под колесами несколько метров. Но пока по факту можно утверждать только одно – виновник ДТП ранее был лишен права управления. Что еще из показаний очевидцев окажется правдой, покажет проверка. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».